Алина решила убедиться, что это никакая не драгоценность, да? Цветочек. Цветочек, ладно, не мое, а бусинка. Ага, я слышу. Вот это да, это называется горками быть. Там же сразу такая. Упадешь! А что ты так аккуратничаешь, Алина? Боишься, что ли? Я прям балдею от этого океана. Сейчас бы, знаешь что, на фойлборде. О, сейчас просто самое то. Такая тишина, ни волны, ничего, ни людей. Сейчас бы просто так тихонечко вдоль берега, знаешь. Не, а что, на фойле нормально? На фойле я против ветра вообще. Ну, потому что safety. Если ты упадешь, вот тогда беда. А так я вернуться без проблем могу. Ну конечно, если ты завалился и потерял борт, тебя не прибьет к берегу. Небезопасно. Если ты падать не будешь или со страпами будешь, то в принципе как бы можно. Но это как бы на тебя будет смотреть как на глупого человека. Что ты будешь... Ну конечно. То есть тебя Coast Guard будет вылавливать потом. Если прям совсем аккуратненько, то сегодня кататься можно.
сразу две ноги ставь. Она не дотянется дальше? Нет. Думаешь? Не дотянется, нет, конечно. Круто? Да. Супер? Да. Сложно, да, Аленка? Давай три уже, Алин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой-ой-ой. Еще не пять. Шесть. Надо вот. Не пять, шесть. Викуся, Дранкен стайл. Дранкен стайл, да? Пойдем дальше? Да. Все, Алинчик, пойдем дальше. Ага. Пошли, Алин. Почему?
Ну все, уже погуляли и хватит. Не, мы не погуляли. Погуляли, все, пошли. Не упадешь? Все, пошли, Алиночка. Нет, все, Алиночка, пошли. Ты уже красная вся. Да, ты уже красная. Пошли. Все, пойдем. Пошли. Это он хотел поиграть. Ну, папа. Так, папа тебе микрофон купил? Я хочу еще. Мы еще сюда. Ну, пап. Мы можем так, сюда. Зачем? Сюда тоже можно.